Жильцов домов, находящихся в оползневой зоне на разрезе Милановского, переселят в этом году. Напомним, всего в непосредственной опасности находятся 36 домов по улице Любови Шевцовой, переулкам Брюханова и Мостостроителей. В них проживает 144 семьи, а это 474 человека. Первые 20 квартир были куплены в новостройке на улице Ипподромной. Оставшееся жилье докупят в ближайшее время. Аукцион на приобретение квартир состоится в апреле. Сейчас на склоне ведутся работы по ополаживанию. Для окончательного решения вопроса по отводу дождевых вод с грузовой восьмерки в апреле на улице Кирова начнется строительство ливневой канализации, а в июле приступят к модернизации дренажной системы от путепровода на Кирова до Императорского моста. В четверг ремонт дорог холодным асфальтом бригады МБУ «Торремстрой» вели на проезжих частях по улицам Радищева, Звездной, Карбышева, Героев Свири, проспекте Гая, Западном бульваре и Димитровградском шоссе.